Дарья Шурыгина из Енисейска рассказывает: «Я мать-одиночка. В графе «отец» в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк. Но тут он объявился впервые за 3 года и хочет видеться с ребенком. Имею ли я право ему отказать?» Формально, конечно, есть основания для отказа в общении с ребенком. Однако в таком случае отец вправе обратиться в суд с иском об установлении отцовства. И тогда, конечно, он сможет претендовать на общение с ребенком. Сергей Ильясов из Красноярска хочет разобраться. «Я купил квартиру новостройки с ремонтом, подписал акт приема. Были недостатки, которые застройщик обязался исправить за 14 рабочих дней. Сегодня мне ответили, что установят все до 15 июня. Могу ли я потребовать компенсацию от застройщика за дни просрочки?» Конечно, можно. Здесь закон абсолютно на стороне потребителя. И приличную неустойку в данном случае заплатит застройщик. Куда обратиться? В суд. Только в суд. У нас все вопросы решаются только в судебном порядке. Алексей Григорьев рассказывает: купили с женой 2 абонемента в спортзал, потом приняли решение туда больше не ходить. Написали заявление о расторжении договора и возврате денег. Также я написал на электронную почту директора фитнес-клуба. Пришел ответ, что согласно закону о защите прав потребителей, деньги нам вернут в течение 10 дней. На сегодняшний момент прошло уже 15. Что делать? Ну, данное отношение регулируется законом о защите прав потребителей. В принципе, граждане совершенно правильно начали с того, что написали заявление о расторжении договора и потребовали возврата сумм. А в случае, если отказываются, здесь, опять же, прямой путь в суд, тем более, что от уплаты государственной пошлины истец будет освобожден, а спортивный клуб выплатит значительную неустойку, кроме того, штраф. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.